Егор вместе с хоккейной командой спортивной школы Одинцова готовится к новому сезону. За его плечами уже победы на первенстве Московской области и Москвы. А все началось 8 лет назад, когда по воле случая он связал свою жизнь со спортом. Мы на мой день рождения с родителями просто гуляли, зашли в Ледовый дворец, мне предложили заниматься хоккеем. Разминка, тренировка на технику владения шайбой и оттачивание профессионального мастерства. На занятия ребята приходят каждый день. Сейчас к подготовке на льду приступили 305 спортсменов от 7 до 18 лет. В прошлом сезоне одинцовские хоккеисты показали хорошие результаты и сбавлять темп не собираются. Мы участвовали в двух соревнованиях. Это на Москву в третьей группе и на область. На Москву в третьей группе мы заняли второе место и вышли в переходный турнир, где смогли одолеть команду «Снежные барсы» и выйти во вторую группу. И вот сейчас мы готовимся уже непосредственно к участию на Москву во второй группе. «Армада» сразится с командой из Балашихи уже 2 сентября. Хоккеисты уверены, что вернутся с победой. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».